Опа, твою мать! Твою мать! Глиста! Да выйди ты! Нет, не купай меня, ублюдок! Ааа, паучарь, стадо! Она была всего, да? Resident Evil. Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами Gun Survival 2. Код Вероника. Итак, после прохождения первого задания режима пещеры у нас открылось два задания. Это у нас получается снова часовая башня. Соберите все ценности в доме. Но, блин, как и где их искать, как их собирать, короче, фиг его знает. Было бы там показано, сколько всего ценностей, сколько по количеству собирать, было бы намного проще. Но тут не знаю. Вот, короче, и открылось задание подземелья. Победить чудовище в подземелье. Наверное, начнем его. Вот, а там уже дальше посмотрим. И попробуем, наверное, за Стива. Попробуем за Стива. За Клэр уже побегали, давайте за Стива. Ну, два люгера, короче, дробаш и базука. Ладно. Окей, погнали, попробуем. Забираю все. Как по стандарту, все забираю и старт. Окей. Сохраним. На всякий случай. Так, окей. Мы в пещерах каких-то. Я не помню, была ли такая локация в основной игре. Так, крылатого тварь. Загасил. Где-то шлепает еще у шлепок. А, о. Загасил. Окей. Здесь я пройду. Пройду. Травушку забираю. На компасе N это получается у нас типа такая комната, короче, со всяким добром. Судя по первому заданию. Шахтеры, озверевшие шахтеры, короче, всех их загасил. Так, окей, что у меня там по оружию? Ну, с люгерами, люгеры нормально мочат, короче, пойдем с люгерами. Здорово. И тебе здорово. Мочут на ура. Люгеры мочут на ура. Он там наблевал на стену. Короче, это нормально. Это нормально. Блин, я думал, это монстр, короче, это трубы. Я уже готов был пальнуть в трубы. Так, монетка. Опа. Опа, засада. Засада, мать его. Засада. Ох ты, подло, нифига себе, еще и сзади. Сзади приармянился, ублюдок. Ты где там? Ох, убитки, а. Опа, базуку мне не надо, пожалуйста. Опа, а тут, короче, у нас лабиринт. Мать его. Так, два УЗИ. УЗИ не буду тратить. Базуку тоже можно, короче, сэкономить, в принципе. Блин, нифига себе ходов. Короче, я пришел отсюда. Пришел отсюда. Давай сходим. Блин. Тут дверь, короче. Тут дверь. Тут у нас пролом. И здесь дверь. Ну давай сюда зайдем. Взглянем. Здесь уже таких лестниц нету, как в первое задание, короче. Непонятно, куда идти. Может, как-то они по-особому, двери, которые нам нужны, двери, по-особому как-то различаются, открываются. Так, а здесь тупик. Понятно. Нахрен нам сюда. Тупики нам не нужно. Да ладно, они респанятся, что ли? Так, монетка моя. Усуньтесь. Усунулись оба два. Окей.
Так, ходили в эту дверь. Пойдем, наверное, значит, вот сюда. Это, в принципе, по компасу. В принципе, той супер-пупер. Ай-яй-яй-яй, мышки зацеловали. Так. Всех. Хорошо, отлично. Отлично. Блин. Какой-то, знаешь, пещеры какие-то. Мало всего в них. Ну, в плане того, что мало лута. Окей, ладно. Нам, в принципе, только дойти до главаря. Я почему-то предполагаю, что главарь будет у нас этот, ящер. Ну, охотник. Да что у меня доста чешется, задрал. Бежать, сказал. Да блин. Да. Не чихнуть бы. Что? Залью все соплями. Ну вообще жестяк. А, будет нос как у Санта-Клауса, блин. Либо люлей получу от какого-нибудь немезида. Пошел. Блин, здесь лабиринт, реально лабиринт. Так. По два выстрела, короче, достаточно. Сюда. Вот куда идти? Прямо? Все прямо. Не знаю. Обычно, знаешь, тактика, короче, в этом, ну, в лабиринте, это держаться, по-моему, левой... А, нет, правой стороны, короче, держаться. Так. Где-то отходы тут всякие. Где тут... О, здорово! Да, хорошо. На! Ух ты! Еще и подмога летит, короче. Летит. Окей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да слышь ты, вонючка ссаная! Да блин! Надеюсь, оно не травит. Здесь, в принципе, этих-то нет, короче, синих трав там, допустим, да? Блин, а жизни... Если мы много потратим, то аптечку-то хрен здесь найдешь, наверное. Опа, твою мать! Червь-переросток! Ну нахрен! Валим! Глиста! Да выйди ты! Жесть! Глистопёр! Погоди! Я вышел обратно, что ли? Да ну его! Надо пробежать, короче. Возле стены идем. Давай, не останавливаемся, лифт. Стопы! Ну не ори ты! Говно, ссаное. Погоди. А мне его мочить надо? Где ты? Сейчас я его... Вот так тебе, говнецо ссаное. Ублюдок. Да мать его. Жизни. Ща как сзади. Какой живойчий.
живой, жвачий. Давай, убивай его, убивай. Твою мать. Оооо, захавал, мать его. Он меня сожрал. Жесть. Окей. Так, ладно. Хорошо, что сохранился. Блин, а это жестоко. Ну-ка, а если его с базуки сейчас долбануть, короче? Умрет он? Ну-ка. Что, блин? А, даже так. Это, короче, штука. Прилепляющая бомба. Она прилепляется, короче. Погоди, я его замочил. Кажись. Шикарно. Нет, погоди, он еще живой. В смысле, я его не замочил? Я думал, я его убил. Ну-ка, верни. А теперь-то? Теперь ты сдох? Хорошо. Теперь он сдох. Отличный лифт открылся. Жесть просто. Просто жесть. Если бы не мазука, я бы его опять долбил бы и долбил бы этого червя. Опа. Топающие букашки. Аптечка. Хорошо. А, свалил, нет, не купай меня, ублюдок. Паучарь, он спрятался в трубе. Ой. А трубы взрываются? Ни хрена себе. Вот это поворот. Умри. Да, ё-моё, ты видел, какой живой? Какой он хитрый, падла. Все монеты я просрал? Или я все забрал? Так, погоди, тут, короче, не могу понять. А тут всего одна дверь, да? Эти нерабочие. Угу. Понятно. Где двери нерабочие? Хорошо. Загасили. Нет, погоди, дай-ка я люгерами постреляю. Автомат я не хочу, блин, тратить. Потому что если я дойду до босса, я буду с голым куем ходить. Варник. Варник — это плохо. Варнинг — это опасно. Так, а тут никого, да? Лизун, я слышу его шлепки. Я его сразу, я узнаю его из тысячи. Так, аптечка, хорошо. Монетки. Отлично. Нахрена, правда, эти монетки, я вот не понимаю, короче. Зачем они нужны? Охренеть, сколько дверей. Охренеть. Так, погоди, давай сюда пойдем. Здесь, в принципе, Н. Наверное, скорее всего, тут нормальная комната. Ну, крутая комната. Уродец, мать его. Не, в той комнате должна, короче, прекратиться музыка. Должна прекратиться. И быть что-то вкусное. По идее, как было в первом задании. Опа, и музыка кончилась. А тут где-то Лизун. Убежать. У меня только автомат остался, ты прикинь. Ёшкин-кошкин. Так, где ты там цокаешь? Где цокаешь?
Да в смысле? Да в смысле? Сдох. Хорошо. Монетка. О, да. Пока дойдешь, короче, блин, больше потеряешь. У меня уже больше половины жизни нет. Твою мать, сколько их тут? Целых три, сколько? Три или четыре штуки. У меня 13%, короче, эти автомата осталось. Это пипец. И больше нет ничего. Все, нет пуль. Все, твою мать. Валим. Куда-нибудь. Тут дверь пустая, здесь сломанная дверь. Не работает. Здесь вообще тупик. Вот только я могу в тупик зайти. Твою мать. И тут тупик. У-ху! Тут везде кругом тупик. Везде кругом тупик, мать его. Так, а куда бежать? А, сейчас тут. Мать его. Дядь, ты еще живой? Да ладно, я на этого. Я и на этого все патроны истратил. Как так-то? В прошлый раз хватило патронов, а в этот раз не хватило патронов. Почему так? Почему? Как так? Как так-то? А чё я сюда зашел? А, вот сюда. Блять. Жесть. Надо, короче, когда в эту дверь захожу, надо сохраниться. Так, пошел, критично. О, хорошо, автомат. Да возьмите автомат, блять. Саны, мать его, Стив. Отлично. Пошел. Убил? Нет. Отлично. И давай. О, хорошо. Так, аптечку я возьму, 17%. Но оружие 0. На оружие 0. Так, сейчас сразу направо. Так, сохраняемся. И направо бежим. Направо. Дверь. У-ху. Шикарно. Голопопики. А, все, у меня нет пуль. Сейчас окусит это как у меня. А сейчас это как кусится еще. Ах вы скотины. Да, что-то как-то понапряжнее, чем за Клэр. Накусали. Накусика! Нет! Уроды! Непонятно, как это проходить. Все. Пошел. Так, отлично. Проскочил мимо одного, мимо второго, мимо третьего. У-ху-ху. Сохраним нахрен. Я не знаю, правда, куда это ведет. А, это туда же, где... О, наблювали. Эта дверь открыта. Эта дверь, мать его, закрыта. Нет, отойди, не трогай меня, пожалуйста. Не надо. Че там наблювал? Нассал мне в штаны сзади. Уроды. Ну, а смысл сохраняться? Меня сейчас закокосит. Опа. Там что-то сломалось. Там что-то сломалось. Ой, музыка прекратилась. Ой, мне сейчас кирдык будет. Просто мне.
хук слева такой пролетел. Хук слева. Пошел. Пошли. Ушли нахрен от меня, не трогайте меня. Уроды, уроды. Да блин, еще эта какашка. Какули тут кругом. Тут, короче, что-то ломается такое большое, наверное. Да? А давай-ка су... О-о-о-о-о! Понятно. Понятно, кто здесь. Это дичь. Это просто дичь. Это я не знаю, как проходить. У меня нет пули. Наблевал. Отбежал. Ай-яй-яй, не отбежал. А теперь отбежал. Давай, давай, давай. Вот, отлично. Хорошечно. Шикардос. А что там справа? Интересно. Так, давай, 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 давай. Ху-ху. Я не знаю, сохраняться или нет, у меня патронов вообще нема. Просто нема. Опа! Опа! Аптечку я забрал. Какую аптечку? Я забрал. Опа, сюда. Опа, мне с локтя. Хорошечно прилетело. Зомбези. Зомбези тут кругом, зомбези. Нет, 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 они еще блюются. Они еще и блюются. Я не понимаю, зачем я иду вперед, у меня нет ни патронов, ни хрена. Слышишь? А что у нас здесь? Ну вообще просто пипец какой-то. Такой лабиринт долбанный, такой долгий лабиринт. Оу! Здрасте. Здрасте, мордасте. Здесь тупик, мать его. Тупик, мать его. Просто. Я не понимаю, надо попробовать, короче, там в правую сторону сейчас пойти. Опа, бежал одного, наблевал второй, третий, наблевал тоже в меня. Так, это я прибегаю, давай быстрей. О, хорошо. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас опять зомби, там что-то лежит, короче, там базука. Базука, мать ее. А почему ты не берешь, сволочь, базуку? О, май гад, пошли, пошли, пошли вон. Хоть мне жрать. Где там дверь, 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 дверь. Короче, там базука, но, блин, за одного патрона идти. За одного патрона. Ну, какой-то бред, наверное. Бред сивой кобылы. Ай-я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 й. Вообще жестяк. Просто жестяк. Что-то мне такое подсказывает, что придется, короче, пробовать проходить еще и в следующей серии это задание. Да просто дичь какая-то. Просто какая-то дичь. С такими жизнями нет пуль. Просто дичь. Сейчас тут хук слева будет. Хук слева, по-моему, будет, да? Надо в сторону оббегать. Оп! Оп! Жесть. А тут зомбари. А тут зомбари. Ну. А тут же тупик где-то, нет? Тут тупик. Твою мать. Кругом тупики. Вот кругом тупики, мать. Просто кругом тупики. Карта, я не знаю, карта была бы какая-нибудь или что-нибудь. Потому что это реально дичь. Это просто какой-то трэш. Быстрей! Хорош! Да просто, не знаю. И просто не знаю. Надо, короче, как-то проходить, экономя патроны, фиг знает. Здесь мало, мало. Вот это, за Клэр там до хрена было всего, да?
Жесть. Надо, короче, пробовать за Клэр. У нее там что-то дохрена накопилось. Как их там, кого там? Ну, этих там самых, вы поняли, да? Короче, ладно, на этом я буду заканчивать, вот, закончу, короче, и попробуем в следующей серии за Клэр, наверное, пройти либо это задание, либо попробуем набрать драгоценности, не знаю, посмотрим, вот. Ну, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.